первое, на что обращаю внимание. Заряжаемся и разряжаемся только на номере. Встал на номер, зарядился. Снимаешься с номера, разряди. Стрелять только по ясно видимой цели. На шум, на шорох не стрелять. Стреляйте только по уходящему зверю. Вовнутрь загона стрелять категорически запрещено. Загонщикам в загоне стрелять запрещено. Для отстрела у нас косуля, большая косуля, молодая. Это по факту. Лицензии хватает. Лось стреляет только пятый коллектив, 10 человек, которые выкупили его. Лось коммерческий. Лось только вот стреляет тот, кому разрешит Игорь Александрович Соколов. Это понятно? Кабан у нас есть, тоже по факту. Напоминаю ценовую политику. Кабан большой стоит 10 тысяч с половиной. Маленький 5 тысяч. Так вот половину вот так отдавать? Показал? 0,5. Косуля по факту 6500. У вас 5500. Вам. Значит, еще раз напоминаю. И вам. Употребление спиртных напитков на охоте категорически запрещено. Это непреложное правило, мужики, очень прошу, не надо баловаться с этим. Увижу, сразу закончу охоту. Все пострадаете. Че, не было ничего, да? Эй, козел был там, блядь, я не был там. На канале. Да травище капец, да? Подходили дальше, кто есть? Ну там даже номера там стоят еще. Есть еще. Да, да. Ничего? Ну, Митя видел одного. Одного. Угу. Думаю, даже если с той стороны стрелять будут, нормально. Да, да, да. Притарить.
Ну что, никого? Никого. Да нет, откуда вам нахуй взять? Там на дороге стреляли? Да, второй загончик у нас сейчас. В первом немножко наш председатель промахнулся, всякое бывает. Ну даже хорошо. Сосулька, говорит, тощий, было 35 метров. Андуплетился. Ничего страшного, пусть бегает. Загон очень тяжелый, все услышали. Ежевика, трава, хер пролезешь. Поэтому так. Поэтому что-то сейчас получится изобразить. Вот такие тут деревья толстые, челемецкие. Огромная аллея. Буковая. Крутизна. Ладно, погнали. Так же выходите. Вот, да я знаю, да. Да, да. Буковая аллея. Да. Места, конечно, красивые. Дверь как есть очень мало, к сожалению, это ослоп, стоял немножко на улице, улыбай боковой, выстрел один, конечно, был, но, по-моему, опять, к сожалению, мимо. Ну, как говорится, это охота, такой, кто знает, не бывает всегда охота результативна, к сожалению, уже две подряд, но, повторюсь, не бывает плохих охот. Все охоты хорошие. Просто не всегда результативные, но не всегда удачные. Так что сейчас, конечно, загонщики уже устали сильно. Собаки вообще там с выведенными языками бегают. Трава выше головы. Ежевика, малина. Все переплетено. Золотарник. Вообще не пробиться, не продраться называется. Все уже охеревшие, хоть и два загона. Поэтому, скорее всего, сейчас разбираем столик, стульчики. И празднуем ставшую охоту. Дальше будут разговоры, байки, выпивание за мазей обязательно. Печеночки, к сожалению, не будет. Но сезон еще впереди. Сегодня только 9 октября. Здесь октябрь, ноябрь, декабрь. Ого-го, называется. Надеюсь, что-нибудь именно результативное будет. А пока идем к машинам. Классно. Я еще с дерева не спустился, он уже меня ждал внизу, блядь. Говорит, слазь, Андрей, да, говорит, слазь, говорит. Мимо? Не, а то мне этот. А тебя деба приклал. Домой? Знаешь? Смотри, зачем Калин нам рации выдал? Тебя есть такие девочки? Всех мы слышали, кроме тебя. Да? Сезон сегодня был, можно сказать, удачный. Зверя видели, ну, не результативный. Даже стреляли, я не видел. Даже стреляли. Поэтому и кепка наоборот, да. Кепка перевернутая. Но я когда промазал, перекрестился, сказал: слава тебе, Господи, что я промазал. Хоть будет живность одна останется живая. Ну вот. Стрелял пулями и вообще. Печенку ели бы. И вообще советую теперь всем стрелять только пулями. Если уже попал, так попал. Не, если есть возможность, можно картечь. Ну вот. Но это картечь, это сегодня, под ранки. Сегодня никто не 35 там метров. Ладно, первый давай, выстрел. Давай. Она встала после первого выстрела. Под стоячий. Промазал, блин. Ну, старый стал уже. Ладно, все, давай. Замазил? Или потом давайте замазил? Какой ты старый. Потом замазил. Не прибедняйся.
Мазать стал, мужики, часто, блядь. Какая погода классная. Раньше редко мазал, блядь. Сейчас будет. Боже, сука. Господи. Да? Ну, это у тебя подспудно. А он бежал или стоял? В твоей голове. Я же говорю, ну он бежит как? Не сильно, но так, он шел нормально. Через дорогу он как бы так уже побыстрее. Алексей, ты помнишь, говорил, что... После выстрела он на дороге встал. И вторым раз я стрелял по-стоячему, блядь. Он просто не понял, откуда он был выстрелил. Козловка, блядь. Ничего страшного. Трогай. Но козел такой для этих мест, такой средненький, небольшой. Но мне что-то мне показалось, что он худой какой-то, блядь. Худой? Угу. Больной, значит, он, значит, правильно. Да, пусть откармливается, бегает. Вот прям четко видно было. Вот задняя нога, да, и живот, переход. Прям такая, впадина. Как впадина такая. Печень больная. Я вообще ничего не видел. А.